Салют, друзья, микрофоном Мистер Кей. В GTA Online похолодало, на улице выпал снег, а это значит, что приближается Новый год, а Новый год — это потрясающая возможность нам угнать новые машины. Новая неделя, новые автоугоны в GTA Online. Но на самом деле на улице действительно холодно, настолько холодно, что я превратился в Йети. Но если мне суждено в новом году быть Йети, то почему бы и нет? Запустим салют в честь этого и давайте друг друга поздравим с наступающим Новым годом в комментариях. Желаю вам всего самого наилучшего. И не забывайте, 2000 лайков и сразу выходит новое видео по GTA Online, поэтому ставьте свой зверский лайк и еще один салютик в вашу честь я, пожалуй, запущу. Машины, которые я угонял в прошлый раз, я уже благополучно разобрал на запчасти и заработал на этом. Давайте выясним, какие заказы нам доступны теперь. Итак, три новые машины на выбор. Но говорите, что хотите. Но внимание здесь привлекает только одно транспортное средство. Это Truefate Trax, прототип Bugatti Diva. Мы можем заработать на этой тачке максимум денег. Это обалденный гиперкар. И разумеется, я берусь за этот заказ. Сегодня мы угоним эту машину. Дэй, машинка просто класс. А теперь я тебе расскажу, как мы ее раздобудем. Ты ведь знаешь казино Отель Diamond? Это заведение теперь мне как второй дом. Я и пентхаус купил, все такое. Хотя в прошлый раз меня оттуда вроде как выгнали за невинный проступок, связанный с привлекательной крупье и щепоткой белого порошка в неожиданном месте. Сейчас о чем я? В общем, она даже показала мне машину, которую разыграют следующий. Вот ее-то мы с тобой и угоним. Обалденные модели, это вообще говоря прототип. Давай мы сварим эту тачку, пока ее еще не выставили на подиум. Слушайте, ограбление снова получается интересное. Во-первых, мы будем воровать эту машину из казино Diamond, где куча охраны. Это место охраняется сильнее, чем любой банк мира. Во-вторых, эту машину должны разыграть в этом казино Diamond, но вместо этого мы ее угоним раньше времени. План гениальный, как швейцарские часы. Начинаем. Знаете, о чем я подумал? Нельзя, чтобы эта тачка доставалась тому, кто просто придет в казино, поставит все на черное и случайно выиграет эту малютку. Нет, мы должны доставить ее в правильные руки, то бишь в наши. Но пока ее не выставили на подиум и не начали разыгрывать, скорее всего, она прячется где-то в гараже. В любом случае, мы едем сейчас в казино Diamond и проведем разведку, постараемся выяснить все подробности. Нам нужно сделать несколько фотографий ключевых объектов, которые нам помогут. Надеюсь, никто не обратит внимания на то, что к ним в казино прибежал Йети. Все-таки чокнутых людей в Лос-Антосе много, и не надо, чтобы кто-то здесь кипишился. Так, первая фотография. Это место, где складируют мусор. Но здесь направлены камеры, которые смотрят на меня. И нельзя допустить того, чтобы они обнаружили, что я здесь что-то фотографирую. Так, делаем случайную фотографию, пожалуйста. И отправляем Джамау. Так, следующая фотография — это служебный туннель, который находится сзади. Джамау нам предлагает проникнуть в это казино тем, что мы переоденемся в мусорщиков и зайдем через служебный вход. Гениальный план, Джамау, гениальный. Мусорщиком я еще не был, почему бы нам не побыть сегодня. Так, служебный туннель — это, я так понимаю, точка отхода из казино, через которую мы и будем угонять машину. Делаем фотографию. Ну ладненько, и последняя фотография — это непосредственно в казино. Нам нужно сфотографировать подиум, на котором будет располагаться эта машина. Это вот этот вот подиум, что ли? Только погодите секундочку, вы же мне не говорите. Я думал, эта машина будет стоять в гараже, мы ее просто заберем и отгоним. Не говорите мне только, что эта машина будет стоять вот прямо здесь, в центральном зале. Мы в нее залезем и поедем через всех этих людей. Это будет самый жуткий автоугон, который я только исполнял. Дамочка, посторонитесь, не уроните свое шампанское. Возвращаемся в гараж и будем готовиться. Поскольку мы уже поняли план Джамао и мы с вами будем мусорщиками, нам нужно в первую очередь раздобыть униформу этой организации. Только кажется, возникла небольшая заминка. Мы с вами будем притворяться не мусорщиками, а уборщиками сортиров. Да, теми людьми, которые ковыряются в говне. Я не совсем готов притворяться подобным человеком, но как бы там ни было, любая работа важна для граждан Лос-Антоса. Вы должны быть благодарны тем людям, которые убирают ваше говно. Правильно я говорю? Правильно, поэтому едем на, получается, очистительные станции. Заехал я в какие-то дебри, но кажется, мы приехали не на очистительные станции. Вместо этого у Джамала возник другой гениальный план. Чтобы сюда приехали, так сказать, те самые работники, которые убирают ваше говнецо, мы должны взорвать цистерны с этим самым говнецом, да.
Ой, блин, слушайте, что-то охрана здесь сбушевалась. Видимо, они не хотят, чтобы я устраивал говняный апокалипсис. Ну ладно, ребят, давайте с вами поговорим. Ну вы сами на меня набросили, что я хотел. Я просто хотел распылить здесь кучу говна на улице Лос-Сантоса, чтобы сюда приехали специализированные работники. Но, видимо, сегодня вы все будете, так сказать, по голову в дерьме. В прямом смысле этого слова. Ладно, давайте избавимся от всей охраны, которая нам здесь мешает. От тебя тоже, мужик, избавляемся. И будем минировать цистерны со сточными отходами. Так, первую взрывчатку поставили. Бежим к следующей. Ставим вторую взрывчатку. И еще одна цистерна есть. И последнюю взрывчатку устанавливаем. Все, самое главное, нам уйти как можно дальше. Я не хочу оказаться рядом с этим наводнением из фекалий. Лучше всего подняться куда-нибудь повыше. Отлично, 3, 2, 1. Взрываем все эти цистерны. Я не понял. Взрывов не было, что ли, достаточно? Загрязнение недостаточно сильное. Мы взорвали цистерны, но... Но нам теперь еще нужно открыть вентили, чтобы все это говно полилось по трубам, в прямом смысле слова. Никогда не думал, что в GTA 5 Online буду заниматься распылением дерьма. Ой, блин, ну и мерзость. Вы только посмотрите, не было бы тут снега, мы бы сейчас увидели весь этот ужас. Но пока стоит довольствоваться только запахом, и все-таки надо находиться от этих вещей подальше. Блин, я даже через экран монитора уже чую этот запах. Какой ужас. Все, все вентили открыты, фекалии потихонечку вытекают из труб. Фактически сейчас обратно возвращаются все фекалии, которые все жители Лос-Сантоса смывали в свои унитазы. А вот и фургон приехал. Смотрите, как несутся, как спешат. Ребята, давайте идите. Идите. Вы что, не я это говно распылял. Я тут вообще ни при чем. Я едьте просто обычно. Идите, идите, чините говно. Чего тут на меня с гаечными ключами напали? Ну давайте с вами поговорим. А кто чинить тогда все это дело будет? Из-за вас Лос-Сантос затопит их же фекалиями. Ой, слушайте, на меня что-то многовато охраны уже набегает. Давайте просто фургон заберем и будем сваливать отсюда. Нет, ну согласитесь, люди, которые занимаются уборкой фекалий, герои нашего времени. Мы должны их ценить и уважать. Вы же не хотите проснуться утром, выйти на улицу и обнаружить то, что там текут реки из говна. Это ужасно. Это реально ужасно. Но, надеюсь, такого не будет. Наша задача всего лишь угнать машину из казино. Отлично, первая наша цель выполнена. Следующая задача — это получить ключи к складу. Ну, это очевидно. Без ключей мы никак не сможем проникнуть к этой машине. Итак, давайте думать, у кого могут быть ключи от склада. Во-первых, директор казино. У него 100% есть ключи от склада. Заместитель директора казино. Наверное, какой-нибудь администратор. Но к этим ребятам подобраться сложно. Нам нужна какая-то легкая рыбка и легкая мишень для этого дела. Как насчет парковщика казино? Мне почему-то кажется, что у парковщика казино точно есть доступ к складу с машинами. К счастью, Джамал подсуетился и нашел дом, где живет этот самый парковщик. Ну, по крайней мере, район, в котором он живет. Нам нужно найти желтую BF Club и Фламинго. Так, хорошо, давайте рассматривать все дома в этом районе и будем искать подходящую под описание машину. Домов здесь много, так каждый придется осматривать. Ну ладно, я в целом никуда не спешу. Ничего себе, глядите, снеговик у кого-то у хаты стоит. Мы знаем, что мы делаем со снеговиками. Ха-ха, с Новым годом! С Новым годом! Ладно, что-то руками он не ломается, поэтому кинь туда самодельную бомбу. С Новым годом, как говорится. Кажется, я нашел подходящий нам дом. Вот, желтая BF Club, 2 фламинго. Это точно тот дом, который нам нужен. Ну что ж, давайте наведаемся к этому парковщику и по душам с ним поговорим. Кореш, короче, давай так. Обсудим с тобой дела. Ты мне даешь ключ доступа к гаражу, ты меня не видел, я тебя не видел, и все, ты идешь дальше работать, никто не пострадает. Ты понимаешь, да? Никто не пострадает, просто дай мне сраный ключ доступа. Сраный ключ доступа мне дай! Так, говори, где он у тебя здесь находится? Наверное, где-то среди твоих книг здесь лежит. Не дай бог, я у тебя какую-то порнуху тут найду, а я точно тебе еще раз вмажу. Я не вижу ключ доступа. Ты будешь мне говорить, где он находится или нет? Ёпарасете, давай! Я могу так здесь находиться очень долго, могу тебя избивать весь вечер, но я думаю, что я поступлю жестче. Я буду стрелять в тебя снежками. Как тебе такое? Боишься снежков? Все боятся снега. Блин, у него запугивание сразу до максимума пошло.
стоило в него из снегомета популять. Да все, все, не переживай, больше не буду я в тебя стрелять снегом. Ну, кто же знал, что так боишься снега? Ладно, ключ доступа у него находится в сейфе. Давайте вскрываем его. Блин, самое главное, что он полицию там не вызвал, я его оставил без присмотра. Все, мы друг не видели, ты понял меня? Ну, держи еще один снежок, пожалуй, так сказать, на прощание. Смотрите, какой мирный у нас сегодня автоугон получается. Мы запугали парковщика с помощью снежков. Чтобы раздобыть форму, мы устроили говняный апокалипсис. Никто сегодня еще не пострадал от наших действий. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше, но кажется, кто-то хочет перейти нам дорогу. За нами едет машина этого парковщика. Я не знаю, что он хочет, но давайте здесь, пожалуй, установим мину. Мину, из-за которой он будет скользить. Я не допущу, чтобы сегодня кто-то пострадал, поэтому я просто сброшу мины позади себя и пускай он там катается по дороге, пока я направляюсь обратно в утилизационный цех. Ну что ж, самый ответственный момент. Автоугон начинается. Автоугон, наверное, одно из самых роскошных и уникальных машин в мире и в GTA 5 Online, в том числе и Bugatti Diva. Ну что ж, выезжаем в казино и готовимся взрывать там туалет. Сегодня мы можем упасть в прямом смысле лицом в дерьмо, если этот автоугон провалится. Но я сделаю все возможное, чтобы заполучить эту машину. Итак, мы на позиции. Вот он, казино Diamond. Я готов взрывать унитаз и выезжать на вызов. Открываем телефон и взрываем бомбу. Боже мой, как же сейчас там будет вонять, а нам еще придется идти в самый эпицентр. Хорошо, что у меня есть с собой противогаз. Внимание, утилизаторы говна, срочный вызов из казино Diamond. Здесь все затопило фекалиями, немедленно сюда приезжайте. Как хорошо, что я проезжал уже рядом, сейчас будем разбираться с этой проблемой. Так, нам нужно идти через черный вход, хотя я думал, мы будем заезжать через нижний этаж, ну ладно, так, там стоит охранник. Дружище, я приехал по вызову. Давайте сразу переоденемся в верховазное снаряжение, возьмем противогаз, все это, так сказать, с собой возьмем. Ну что, мужик, там попахивает знатно, я иду спасать вас. Главное не привлекать внимания, я хочу сделать все чисто, по стелсу и максимально, так сказать, не причинить никому никакого вреда. Ну, я уже причинил, в принципе, людям эмоциональный вред, когда они тонут в своих же фекалиях, но это другое. Заходим в казино Diamond и начинается наш автоугон. Надеюсь, все пройдет гладко, как я и планировал, потому что мы довольно тяжело готовились к этому ограблению, к этому автоугону. И что ж, нас охранник должен провести, судя по всему, к месту взрыва. Наша с вами задача — убрать ведро с какашками, чтобы все смогли играть в игры. То есть, вот, все растеклось сюда. Ты мне предлагаешь это убирать? Я вообще на кого похож? Ты знаешь, кто я такой? Я не буду вытирать твое говно. Капец, чего только не сделаешь ради автоугона машины. Я бы его уже сейчас вырубил, убил бы, отправил бы обратно тоже в эти сточные воды, но не могу. Так, ладно, охранник куда-то ушел. Больше не будем мы мыть пол, сам будет домывать. Нам нужно отправляться к лифту. Теперь действуем максимально аккуратно. Там стоит еще один охранник, но он вроде как в телефоне. Блин, а ты что, развернулся-то, а? Ты что на меня смотришь? Иди смотри в другое место. Он развернулся, уходит, тогда пройдем к лифту. Ну слушайте, пока все проходит нормально, мы не причинили никому вреда, мы нигде не спалились. Возможно, это будет первый автоугон, который мы с вами сможем выполнить по стелсу. Ё-моё, куда я попал? Здесь ни черта не видно. Так, а... мы в каком-то пентхаусе, что ли, находимся? А чё свет вырубили? Я, видимо, не просто так взял верховазное снаряжение. Оно нам потребуется, чтобы мы спустились по шахте лифта. Так, там камера. Камера, которая поворачивается. Но мы можем найти, в принципе, мертвую зону, слепую этой камеры, и пробраться аккуратненько под ней. Если у нас все получится... Вы привлекли внимание охраны казино. Да ёпарасоте, это был такой гениальный план, но ничего не вышло, меня спалила камера, ладно? Надеваем маску и поехали. Вы сами напросились, говнюки. Я просто пришел угнать вашу машину, но теперь все будет гораздо серьезнее. Так, ладно, нам нужно искать люк лифта, где он может находиться. Ко мне бегут еще два охранника, давайте их встретим, так сказать, с любовью. Вот таким вот образом я демонстрирую свою любовь. Где сраный лифт находится? А, вот она, шахта лифта. Мы, получается, на крышу с вами забрались. Вот куда мы с вами приехали. Ладно, будем залезать в шахту. Ёпарасоте, чё так высоко? Я, если вы не знали, высоту боюсь на самом-то деле, да? Я бы не стал так рисковать спускаться в эту шахту лифта, но, видимо, все надо сделать ради автоугона машины. Так понимаю, машина находится на самом нижнем этаже, где-то в подвале, так что... Поехали, что могу сказать. Будем потихонечку спускаться.
По крайней мере, здесь нас охрана тронуть не должна. Мы почти внизу, осталось пару рывков до заветного автоугона. Все, мы на месте. Слушайте, могу сказать, что это реально интересный автоугон у нас получается. Мало того, что машина роскошная, так еще и сам процесс чертовски роскошный. Так. Нам нужна панель, как раз таки ради этого мы и воровали ключ доступа у парковщика. Надеюсь, он правильный и сработает здесь. Да, он открывает эти ворота, сразу приготовим, пожалуй, оружие. Здорово, пацаны! Не ожидали, наверное, меня здесь увидеть, но, увы, машину я вашу забираю. Так, осталось найти нашу тачку. Давайте пробежимся. Черт, они газ начали распылять! Мать, противогаз надевай! Все, я в противогазе, нормально. Газ меня не тронет. Фига, блин, у них система безопасности здесь. Мало того, что у них такие системы в безопасности там, где они хранят деньги, у них такие же системы безопасности там, где они хранят машины. Но где конкретно наша тачка? Вы это видите? Я, честно говорю, не могу поверить своим глазам. Мало того, что я пришел гонять эту самую машину, но я представить себе не мог, что эта машина будет из чистого золота. Мы с вами угоняем золотую Бугатти. Это ж капец какая роскошная машина. Ладно, я не хочу, чтобы слишком много дыма попало на эту прекрасную машину. Какого черта, она закрытая? А как нам ее открыть? Нам нужно выключить систему безопасности тогда здесь. Это что такое? Хакер из меня фиговый на самом деле. Ну ладно. Знаете, взламывать современные системы безопасности гораздо проще, нежели старые. Вот эти вот все шестеренки и все прочее. Это просто капец какой-то. Ну ладно. Здесь все элементарно. Нам нужно провести сигнал от точки А до точки Б. Уничтожаем два последних пакета здесь. Ну все, я все выполнил. Мы взломали систему безопасности казино. Мы просто максимально жесткие хакеры, но к нам выдвигается новая охрана. Что ж, садимся в машину и уезжаем отсюда. Хотя, наверное, сначала будет логичнее избавиться от охраны. Не хочу, чтобы они повредили мою роскошную машину. Ну все, малышка, ты теперь моя. Мне не терпится уже на ней прокатиться по городу. Поехали. Ух, самое сложное, наверное, будет, когда мы выйдем с подземной парковки и попадем на улицу. Там нас встретит, скорее всего, толпа охранников, куча полицейских. Ведь никто не хочет отдавать такую машину просто так. Ладно, выезжаем. Блин, бронированные двери закрыты. Они нас заперли! Они нас заперли в ловушке с двух сторон! Ну черт, что ты придумал-то, ублюдок? Еще и бронированные стекла там. Зайдем к ним. Бронированные стекла поставили, а дверь закрыть забыли. Слушайте, вы могли меня здесь запереть и вызвать полицию спокойно сюда, но ничего у вас не вышло. Не очень хорошо вы стараетесь защищать свои машины, честно вам скажу, потому что я в одиночку сюда пришел, просто какой-то автоугонщик с улицы, и спокойно угнал самую роскошную машину, не то что вашего казино, так всего Лос-Сантоса. С дороги уйдите! Встают, встречают меня, блин, на выходе. Думаете, я что, остановлюсь, что ли? Ничего подобного. Поставили тут броневик свой еще. У, слушайте, красоте! Они нормально так стянули сюда. Я что, казино пришел грабить? Нет, мы фактически ограбили казино, если можно так сказать. Мы все-таки угнали отсюда их золотую машину. Но я не совсем казино грабил. Куда столько полицейских? СВАТ, ОМОН, ФБР. Всех сюда стянули. Армии еще не хватает, чтобы меня остановить. Ну ладно, никогда полицейская погоня не была для нас преградой. Правильно? Правильно я говорю. Уйдите с дороги, сволочи. Машину я вам эту не отдам ни в коем случае. Окей, у нас 4 звезды розыска. Нам нужно их стряхнуть с хвоста. Они уже нехило так повредили мою машину, но ничего. Автомеханики в моем утилизационном цеху, в принципе, справятся даже с такой серьезной, так сказать, задачей. Вызов им предстоит серьезный, чтобы отремонтировать эту машину из чистого золота. Видимо, нам придется закупать дополнительное золото, чтобы ее отремонтировать. Но ничего страшного, самое главное, что она у нас в руках. Так, впереди куча полиции, которая перекрывает нам дорогу. Нам нужно свинтить в другое место. Слушайте, нашел идеальное место. Пока сюда не прилетел вертолет, давайте заныкаемся где-нибудь здесь под автострадой. Вот в этом контейнере. Все. Автоугон, можно считать, прошел идеально, потому что здесь нас никто не найдет. Вы посмотрите на радар, сколько полиции ездит в этом районе, но никто из них даже не подозревает то, что я стою в каком-то засранном контейнере под какой-то автострадой. Все, машина официально наша, давайте доставим ее в утилизационный цех. Возникает только самый главный вопрос. У нас есть два варианта, что мы можем сделать с этой машиной. Разобрать ее на запчасти или все-таки
продать и доставить, так сказать, покупателю. Мне, честно вам скажу, сердце разорвет, если мы будем разбирать эту машину на запчасти, потому что нельзя разбирать такие машины на запчасти, где ты найдешь вторую такую машину. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Ну что, наш автоугон прошел успешно, Джамау все никак не может нарадоваться, фоткается рядом с этой машиной, но нельзя с ней фоткаться, Джамау, это привлекет нам лишнее внимание, ведь все знают, что я угнал эту машину, а ты сейчас будешь выставлять это в соцсети, Джамау, подумай головой, ты дурак, что ли, совсем хватит фотографировать машину, Джамау. Ай, боже мой, ладно, в любом случае, автоугон прошел успешно, надеюсь, это видео вам понравилось, обязательно ставьте свои зверские лайки и смотрите следующее видео по GTA Online.